поехать. Друзья, мы прибыли на Гавайские острова, на место, которое называется Blue Hole. Тут я увидел русский язык, отвечает «рыбная дыра». И видите, в скале, в лаве находится природное отверстие, которое соединяется подземным ходом с океаном. И волна, когда приливает, вот как сейчас, о май гад, приливающая волна ударяется в скалу. This is a blue hole. Приливная волна ударяется в скалу, и по подземному ходу вода идет в это ущелье, в отверстие, и вырывается фонтаном, фонтаном вырывается из этой... Хорошо?